Она радовала своим ярким талантом наши сердца. На 88-м году ушла из жизни заслуженная артистка Российской Федерации и Кабардино-Балкарии, первая профессиональная карачаевская актриса Роза Хабчаева. Ею было сыграно более 100 ролей, и она являлась наставником для многих актеров карачаевского театра. О жизни яркой, талантливой актрисы, которая беззаветно была предана искусству, расскажет Алихан Лепшоков. Великая актриса маленького театра. Именно так назвал первую профессиональную карачаевскую актрису, певицу Розу Хабчаеву, великий балкарский поэт Кайсын Кулиев. И невозможно с этими словами не согласиться, так как народ был влюблен в ее глубокий талант и прекрасный голос. Роза Ибрагимовна родилась в ауле Гюрюльдеюк Джигутинского района Карачаевской автономной области 27 апреля 1935 году. Еще в раннем возрасте она разделила боль утраты родины, отправившись в Среднюю Азию вместе со своим народом. По возвращению карачаевцев в 1957 году на Кавказ поступила на обучение в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. А в 1962 году, отучившись, вернулась домой, где начала работать в Карачаево-Черкесском драматическом театре. «Если бы я могла остаться... Могла, это не от того, что меня не брали там. Если бы я себе позволила остаться в Ленинграде, кем бы я была? Я работала для своего народа. Любит он меня, не любит. Воспринимает меня, не воспринимает. Но я посвятила, я долг своему народу отдала. Сколько... могла». Проводить в последний путь известную актрису пришли руководитель Карачаевского театра, народный артист Карачаева-Черкесии и Кабардино-Балкарии Руслан Гучаев. Он подчеркнул, что для них это большая потеря, так как Роза Хабчаева для многих была наставником и тем человеком, который прививал любовь к театральному искусству. И также в народной памяти она была известна исполнением многих карачаевских песен. «Ее знают как певицу, поколение старшее, я уже застал. Ее как певицу профессиональную, много песен у нее написано. И в фонде радиокомитета Карачаево-Черкесского они хранятся. Она первая исполнительница таких хитов, как «Роза», «Павло Косчук Роза», «Урайда», ну и многие-многие. Вот она самая первая актриса карачаевского народа, она ушла из жизни до последних. Лет, ну, года три уже она не работала, она выходила на сцену и творила чудеса. Ею было сыграно более 100 ролей. Она умела удивительно перевоплощаться и так ярко сыграть свои роли, поэтому Розу Хабчаеву так сильно любил зритель, отмечают ее коллеги-актеры. 50 лет мы с ней вместе, и партнеры, постоянные партнеры в заглавных ролях. Все эти годы мы с ней работали вместе. Но она очень, у нее талант какой-то своеобразный, не похожий ни на кого другого. Вот индивидуальность такая у нее была. Она просто глубоко погружалась в каждую роль и прекрасно раскрывала черты всех своих героев, которых она играла. Роза Хабчаева является настоящим явлением в театральном искусстве карачаево-балкарского народа и целой эпохой. И теплые воспоминания о ней навсегда останутся в памяти народа. Алихан Лепшоков, Михак Аракелян, Вести, Карачаево-Черкесия.